В нашей новой рубрике мы продолжаем рассказывать об обитателях приемника для безнадзорных животных. Мы надеемся, что с нашей помощью живущие здесь собаки и кошки найдут хозяев. Героини этого выпуска – три очаровательные сестрички – Эми, Энни и Дженни. Попали они к нам год назад маленькими очаровательными щенульками, юными девчонками. Но из-за того, что был ковид, неразбериха, животных брали меньше, чем обычно, они у нас засиделись. Сейчас им год. Они выросли симпатичных, спокойных, дружелюбных, но немножко робких девушек. Инга называет всех животных, выросших в клетке, детьми подземелья. Все они робкие, застенчивые, неохотно с опаской выходят на улицу. Но эти девчонки, практически не знавшие ласки, тем не менее тянутся к человеку. И хотя с прогулками пока беда, Инга не отчаивается. Она уверена, что к каждой, даже проблемной собаке, можно найти подход. Оказываю помощь в адаптации собак наших к новым условиям. Я занимаюсь собаками, я всегда контролирую этот вопрос, мне можно позвонить, проконсультироваться. У нас есть успешные опыты, когда нам сбрали таких вот собак, выросших в клетке. Прекрасно, они за месяц-два адаптировались дома, и мы с ними команды разучивали, рядом ходили, у ноги сидели. Это все можно сделать. Я оказываю такую помощь всегда. Раньше девочки жили все вместе в одной клетке. Теперь каждый выделили личный закуток. Утром их выпускают побегать по территории изолятора, а два раза в неделю к ним приходит Инга погулять и приучить к поводку. Девчонки подойдут семьям с детьми-подростками, ведь они и сами еще подростки. Они всеядны, они стерилизованы, они здоровы, они привиты. Вот. Они готовы стать любящими. Если вам понравилась какая-то из наших героинь, приходите за ней в приемник на Зернова 24А или звоните по номеру, который видите на экране.